Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас в гостях Сергей Григорьевич Селедков, доктор технических наук, профессор, член нескольких ученых советов, автор многочисленных специализированных монографий, изданий, посвященных подготовке и защите квалификационных работ, кандидатских, докторских научных работ. Я надеюсь, что вы почувствуете, как мы с вами вместе получим новый интересный заряд для всех, для нас. И тех, кто имеет научные ученые степени, простите, кто не имеет, но планирует или интересуется. Скажу по себе, и, наверное, все вы согласитесь, защита диссертации – это большая история в жизни каждого из нас. Она протекает по-разному у всех из нас, но это всегда некий финал, некая стадия, которую хочется пройти, которую приятно вспомнить, если она завершается успешно, которая оставляет неизгладимый след в нашей всей жизни и меняет нас. Мы эти истории можем долго вспоминать и долго рассказывать. Я сам тоже долго шел в науку, когда защитил, точнее сдал кандидатский минимум. Еще на первом курсе академии я учился, и уже первокурсник, у меня было свободное посещение за то, что я все на отлично сдавал. Мне разрешили сдавать раньше. Но диссертацию защитил уже после выпуска из академии, потому что были сложные времена тогда, я защитил уже в таможенной академии, и я был заочником, подполковником, и мне было очень сложно, как заочнику особенно, находясь в Сочи, приезжать в Москву, погружаться в мир науки, выведывать, какие сейчас направления, как ставится задача, как она решается и так далее. Я очень благодарен моим научным руководителям, но мне было очень тяжело, хотя среди поступивших вместе со мной защитились, ну, процентов 10-15, остальные просто не дошли, числились раньше, не смогли. Я смог, я этому рад, но я думаю, что во многом мой успех зависел от тех людей, которые мне попадались на пути. И я бы очень хотел надеяться, что вот Сергей Григорьевич будет для нас одним из тех людей, ценных, полезных, важных, нужных, которые позволят нам решить нашу задачу, защитить диссертацию. Или понять, как это можно сделать более интересно, более значимо. И мы послушаем сегодня историю Сергея Григорьевича, попросил специально его, как он тоже вошел в науку, потому что история – это всегда полезно, с точки зрения эмоций, с точки зрения духовного понимания истоков научной работы. И я думаю, что вам понравится эта история. Вы будете задавать ему вопросы самые разные. В том числе и я буду задавать вопросы, которые еще не успел ему задать. Хочу еще также, прежде чем Сергей Григорьевич начнет, сказать, что я знаю его досрочно, заочно, уже давно. Он, оказывается, многие знают, что есть такие массовые открытые онлайн-курсы, есть разные платформы, одна из них называется Лекториум, где Сергей Григорьевич провел первый массовый открытый онлайн-курс в Российской Федерации. Он сейчас готовит к выпуску новый доработанный курс. И когда он пришел к нам, это тоже была история, он говорит: мне нравится ваш стиль, мне нравится, как вы решаете такие-то задачи. И мы сказали: вот мы рады, что мы вам нравимся, давайте разработаем новый онлайн-курс. И мы это сделали. Сергей Григорьевич подготовил программу такого нового онлайн-курса. Он сегодня расскажет и об этом. И ваша, по-моему, задача все выведать, что же в этом онлайн-курсе будет такого, чего раньше нигде не было, чего нет у других авторов, в чем особенность именно его курса, в чем преимущество. Вот это самое интересное, то уникальное, что есть именно у Сергея Григорьевича.
Добрый день, Сергей Григорьевич, рады вас видеть и слышать. Здравствуйте. Я могу начать? Да. Значит, здравствуйте, уважаемые слушатели, аспиранты, магистранты, докторанты, коллеги. Я приветствую вас на нашем вебинаре. Он называется «Дидактика диссертационной работы». Ну, что такое дидактика? Это раздел педагогики, связанный с проблемами обучения. Объектом дидактики является обучение, а предметом – это педагогические действия учителя и познавательные действия ученика, их взаимодействие, а также результаты обучения. Отсюда и наше название. То есть мы будем учиться писать прежде всего методологически грамотно наши диссертационные работы. Один момент, который я бы хотел сразу оговорить или позиционировать свое здесь присутствие нашего курса, это в отношении научного руководителя, в отношении диссертанта и его диссертации. Думаю, каждый из вас со своим научным руководителем разговаривал, общался, и понятно, что вряд ли вам ваш научный руководитель рассказывал, как писать диссертационную работу. Онтологическая составляющая, то есть что писать, чем заниматься, это его. А вот как писать, как правило, многие научные руководители ограничиваются тем, что говорят, вот, допустим, почитай вот эту книжечку, или приносят пачку авторефератов, посмотри, сделай так же. То же самое касается каких-то диссертаций и так далее. Системного изложения о том, как и каким образом выполнять диссертационную работу, конечно же, нет. А вот наш вебинар в какой-то степени для того, чтобы восполнить этот пробел. Значит, наш вводный вебинар называется «Проблемы, цели, задачи, ожидаемые результаты» и его тематика. Вот на первом слайде. Вначале я расскажу несколько о себе. Второй вопрос, я познакомлюсь с аудиторией, которая сегодня присутствует, чтобы поточнее знать, что мне говорить, поставим цели и задачи курса, расскажу о тематике всех вебинаров, домашних заданий, и в заключении мы остановимся на ожидаемых результатах. Итак, некоторые сведения из моей биографии. Родился в СССР. Учился в обычной школе. Вот этот снимок у меня сохранился после 4 класса с нашей первой учительницей по окончании начальной школы. Я вот здесь внизу, второй слева. Был пионером, был комсомольцем. В моей биографии значительное место занимает занятие спортом, чем я только не занимался, но в конце концов остановился вот на таком виде спорта, как бокс. Являюсь кандидатом в мастера спорта СССР. Из наилучших достижений могу сказать, что был победителем всесоюзного турнира. Боев у меня, правда, немного, около 60. Некоторое время даже тренировал студентов. Окончил Ижевский механический институт. Сейчас это Ижевский государственный технический университет имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Закончил машиностроительный факультет по образованию инженер-механик. А после распределения уверенно остался в университете, решил заниматься наукой. И первые практически 8-10 лет фактически занимался, что ни на есть, самой черной экспериментальной работой. Паял провода, делал приборы, измерения различного рода. Но вспоминая случай, как я вообще пришел в науку, поначалу я обратился вместе со своим товарищем к старшему преподавателю нашей выпускающей кафедры с просьбой взять нас, чтобы позаниматься наукой. Ну, что сделал мой первый, как бы, встречный руководитель? Он нас заставил что-то пилить в тесах. То есть вот такое у меня было первое знакомство с наукой. Как потом оказалось, он, в общем-то, даже и не имел права нами руководить.
Но, значит, желание заниматься наукой у меня все-таки сохранилось. И после распределения я не позарился там ни на какие блага, которые сулили выпускникам вуза в каких-то других местах работы. Я остался в университете на должности простого инженера, затем ведущего, старшего ведущего инженера и в 1981 году руководителя лаборатории. Материала у меня оказалось достаточно экспериментального, да и теоретического тоже. Кандидатскую защитил в 80-м году, досрочно окончив аспирантуру, а докторскую защитил уже значительно позже, только в 94-м году, когда уже, в общем-то, занимался уже и педагогической деятельностью с 83-го года на кафедре высшей математики. Сейчас я ее заведующий. Горжусь тем, что принадлежу к династии педагогической, которая насчитывает на сегодня около 15 педагогов. Это Ушакова и Селедкова. Все началось с моей тети, которая помогла мне получить мою первую пятерку, подарив серебряное перышко по чистописанию. Сейчас, к сожалению, такого предмета даже и нет. Кто входит в эту династию? Это мои дети, мои старшие сестры и, в общем-то, их дети. А все началось вот с моей тети, которая является заслуженным родителем, являлась заслуженным учителем России, учителем младших классов. Не могу не сказать о моих научных учителях. Это, конечно же, профессор Алексей Афанасьевич Коновалов, истинный лидер научной школы, очень харизматичная личность, впоследствии руководитель первого диссертационного совета, который был открыт, собственно, у нас в ВУЗе. Не могу не вспомнить и профессора Владимира Ивановича Кулагина, настоящего трудяги, он показал, как надо грызть науку начинающим ученым. Но наибольшее влияние на меня, конечно, оказал мой научный руководитель, к которому я и был прикреплен. Это Виктор Иванович Черезов, профессор, декан. Те, кто хотел бы познакомиться подробнее с этим человеком, да и о себе я там написал. Вот здесь ссылочка есть на слайде. Это ссылочка на некоторые рассказы, которые я иногда пишу в свободное время. Это как раз рассказ. В частности, там есть Сергей рассказы, Григорьевич, желающие познакомиться подробнее с моей сделайте биографией, и с громкость на этим человеком вы 10% можете прочитать больше, этот рассказ. пожалуйста. Да. Спасибо. Хорошо. Отлично. Спасибо. 50 сейчас сделал, нормально? Здесь в диссертационных советах работаю с 95 года, вот как раз в диссертационном, после защиты диссертации был включен в качестве нового члена. И работаю в этом, собственно, совете до сих пор. А когда советов было побольше, больше советов и входило. Сейчас только в три. Но мы знаем, что сегодня более чем в трех советах докторам работать не разрешается по положению. Пригласили также работать в Объединенный диссертационный совет под председательством академика РАН Липанова, вот по специальности, которая у вас на слайде. Также работаю в этом совете. С 2001 года являюсь заведующим кафедрой высшей математики нашего университета. Это фрагмент, когда мы тут защищаем дипломы. Кафедра какое-то время была выпускающей. Здесь я представляю на этом слайде те курсы, которые прочитал, когда-то освоил, преподавал. Но скажу, что курс, который я назвал, ну, собственно, не я назвал, а был определен как основы сначала научного, а потом и диссертационного исследования, я начал читать своим аспирантам с 95 года. А вот уже лет 6 уже читаю и всем Сергей магистрантам Григорьевич, нашего наверное, многие коллеги, аспирантам в том и в числе. том числе вот и я, интересуются. Да, Я вижу для Юрий себя Николаевич, у вас вопрос? интересный курс. Математическое моделирование технических систем. Скажите, пожалуйста, вот мне это, допустим, понятно, хотя я кандидат экономических наук. Что это такое? У меня было много
моментов, посвященных математическому моделированию, теории оптимального управления в моей диссертации. Это все хорошо мне понятно. Но есть гуманитарии, которым это вообще непонятно. Ни математика, ни проектирование технических систем. Вот тут есть филологи, мы видим, участники нашего вебинара. Скажите, пожалуйста, им ваш курс, то, чем вы занимаетесь, основы научного и диссертационного исследования будут также актуальны, как по техническим наукам? Юрий Николаевич, я в этом убедился, что это действительно так. Ну, в качестве обоснования моего утверждения. Есть нечто общее в науке, что, в общем-то, должны знать все. Еще Степин говорил, что наука – это две категории. Онтологическая, отвечающая за содержание, и эпистемологическая, то есть методологическая. О методе. А вот методы – это наши и этого курса. А второе. Положение, которое существует о присуждении ученой степени, оно едино для всех. И критерии, которые там есть, точно таким же образом используют буквально все. Мало того, что значит вот эти положения, я могу сказать, что, конечно же, есть нюансы для каждого класса отраслей науки. На сегодня философы их выделяют три основных класса, и даже три научные рациональности. Это естественно-научная, это искусственная природа технологии, и это социально-гуманитарный класс отраслей науки. Я в своем курсе, естественно, на всех вопросах или нюансах такого рода останавливаюсь и говорю, что вот здесь, уважаемые товарищи, в методологическом отношении есть разница, и, пожалуйста, ее учитывайте. То есть в данном случае курс полезен, как я говорю, может быть, для всех отраслей и классов отраслей науки. Я ответил на ваш вопрос? Так, идем дальше. Результатом вот этой деятельности с 95 года явилось то, что я начал писать какие-то учебные пособия и монографии для аспирантов. Ну, первая вот работа, она у меня даже есть с собой, написана была еще в 96 году. Тогда еще, собственно, не было работ ни Кузина, ни Новика, никого. Первая работа, на которую я, в общем-то, опирался, была замечательная работа Ганса Селье «От мечты к открытию». Вот я могу даже ее показать, она старенькая, уже ветхая. Ну, следующие два издания уже издавались в виде монографий. Вообще говоря, в тот период я очень активно рассылал эти книжки по вузам. Возможно, что в вашей библиотеке эти книжки даже есть. И второе издание 99 года. Потом долго ждал, когда наконец выйдет очередное положение о присуждении ученой степени. И в 2002 году выпустил третье издание. Ну, в основном эта книжечка для, я считаю, на сегодняшний момент, я ее рекомендую магистрантам. Там несколько на сегодня устоявшие положения, те, которые были в то время, в начале нашего века. Одна книжечка у меня написана в соавторстве с коллегами из Марийского государственного тогда технического университета. Ее отличие от остальных, в том числе других авторов, то, что она имеет гриф Министерства образования. Тогда именно Министерство образования и науки Российской Федерации. Следующая книжка, это уже более серьезная книга была. Здесь феномен диссертационного исследования у меня рассматривался с точки зрения философии. Называется она «Теоретические положения диссертационного исследования». Эта книжечка есть в свободном доступе, вы ее сможете получить. Своеобразного рода ремейк с этой книжки, но написан попроще, это вот книга «Морфология диссертации». Ну и последняя работа, серьезно, это книга «Дидактическая система методологической подготовки диссертантов».
Ее свободной продажи на сегодня нет, кроме нашего киоска в ВУЗе. А в интернете ее на сегодня тоже нет. Я обещаю ее подарить тем, кто будет участником нашего вебинара. Ну, только в электронном виде. А здесь уже тот же самый феномен диссертационного исследования у меня рассматривается с точки зрения педагогики. Ну, вот здесь некоторые данные моей публикационной активности. Вот те книги, которые я вам показал. Так, далее переходим непосредственно к тем вопросам, которые были у нас поставлены на нашем лендинге. Значит, что я в курсе предлагаю магистрантам и аспирантам? Для них я сформулировал такой вопрос, что задано направление движения, но как сделать первые шаги и начать двигаться быстрее? Как я уже сказал, о методологии представления у магистрантов и аспирантов очень смутно. Практически не знают, что является какими-то компонентами, конструктами, характеристиками диссертации и так далее. Вот. В данном случае я познакомлю их с этими положениями, то есть теми конструктами, я их называю, которые формируют диссертационные исследования. Как мыслить, как читать, как писать, как говорить. Именно так озаглавлены некоторые параграфы у Ганса Силье. Ну, понятно, что мы говорим о научном исследовании, а в данном случае у нас как бы доминирующим является исследовательский метод. Для каждой, для каждого класса отраслей науки он немножко различный, но тем не менее мы будем об этом говорить. Новизна результатов. Очень важные вопросы, без которых, в общем-то, диссертация как таковая не может состояться. Но как изложить научную новизну? Чем отличается научный результат от научного вывода? Это, к сожалению, представление... А бывает не у всех. А что такое новое научное знание? Обычно научный руководитель дает некоторый образец, автореферат или диссертацию и говорит, вот выполняй именно так. В результате диссертант копирует не только те ошибки, которые были сделаны до него, но еще добавляет свои. А вот если, как это замечено, скажем, на наших аспирантах, если они внимательно слушали даже курс, который я даю, то ошибок однозначно бывает значительно меньше. А следующий вопрос, который я сформулировал для магистрантов и аспирантов, это знаем примерно о чем, но не знаем, как должно быть. Конечно же, в курсе я буду подробно рассказывать о тех критериях, которые существуют вообще в научном исследовании, и конкретно, какие критерии предъявляются сегодня к диссертационным работам в соответствии с положением о присуждении ученой степени. Поговорим об этапах представления работы, расскажу об институте защиты диссертаций, что собой представляет диссертационный совет, кто может быть оппонентом, какая организация выбирается в качестве ведущей, что такое отзыв, ну и каким образом формируется документация для представления работы. Докторанты. Уже кое-что есть, но хотелось бы узнать, как сделать нечто большее и значимое. Какой это вопрос, вообще говоря, серьезный, когда диссертацию защитил, и есть желание защитить еще и докторскую. Здесь мы подробно очень поговорим о том, какой должна быть докторская диссертация. Какие бывают типы результатов в докторской? Они отличаются от тех, которые есть в кандидатской. Нужен ли мне научный консультант? Сейчас это можно. Лично я защищался без научного консультанта, и каких-то 20 лет назад такой моды даже и не было. А что изменилось в критериях на сегодня? К сожалению, положение, которое сегодня у нас есть, оно меняется практически каждый год в каких-то нюансах. Последнее было вот совсем недавно, в 2016 году, но я об этом еще скажу. Продолжить ли мне тему кандидатской диссертации или избрать новую тему?
Могу ли я защититься по другой специальности или отрасли науки? Хорошо ли защищаться по двум специальностям сразу? Здесь есть нюансы, и мнения, говоря, самые различные. Обязательно ли требуется внедрение результатов? И как в этом случае поступать в различных? Ну и, конечно же, мы говорим о нормах и традициях, в том числе диссертационных советов и научных школ. Еще для докторантов. Уже сделано, но достаточно ли этого? Публикации. Ранее в положении было написано просто, вот еще даже до 2012 года, что основные результаты диссертационной работы должны быть опубликованы. И все. Сегодня есть уже регламент, сколько должно быть работ для кандидатских, докторских, и даже оговаривается, сколько для работ, скажем, технологических и работ диссертационных по гуманитарным дисциплинам. Поговорим о том, как выйти на новый уровень значимости, каким образом надо обосновывать в данном случае для докторов будущих значение результатов как для теории, так и для практики. Эти вопросы до сих пор вызывают огромный как бы, интерес и востребованность. А как же все-таки написать значение для теории и практики? Вот сижу часто в диссертационных советах, умудренные опытом люди. А вот написать грамотно значение конкретной работы, в чем состоит особенно для теории, допустим, какой-то практической работы, к сожалению, получается весьма плохо. Для практики как-то проще. И тут есть стандарт. Вот разберемся с этими вопросами. Что я обещаю научным руководителям и членам диссертационных советов? Как уже сказал, положение меняется. Я предоставлю в данном случае для членов диссертационных советов и научных руководителей такой систематизированный, примерно на 20 слайдов, материал по тем изменениям, которые мы имеем на сегодня по 2016 году. А второе, возможно, это то, что должен знать ваш подопечный. Конечно же, то, что я буду давать на своем вебинаре, уверен, интересно будет послушать и научным руководителям. Уверен, что в этом случае им удастся организовать работу диссертантом свою значительно эффективнее. Я рассматриваю подходы к организации работы диссертанта. Рассматриваю различные способы повышения эффективности работы самого диссертанта, поэтому считаю, что этот курс полезен и для научных руководителей. Регламенты защиты меняются, качество работы бы не очень. Почему? Это, собственно, вопрос, который я вот поставил перед тем, как излагать далее, и уже каким-то образом отвечаю на этот вопрос. На сегодня существует два подхода к проблеме повышения качества диссертации. Первый, я его называю внешний по отношению к диссертационному исследованию. Это изменяем положение о порядке присуждения. Ну, сейчас он пишется о положении о присуждении. Далее, постоянно идет переаттестация членов диссертационного совета. Замучили различными, будем говорить, бумагами, которые необходимо предоставить. Сколько публикаций, где, какой у вас индекс Хирша и так далее. Это введение ГОСТов, не совсем грамотно даже написанных, по написанию диссертации. Вот один из этих ГОСТов. Введение шаблонов, например, заключения диссертационного совета по диссертации. А, конечно же, то, что было раньше, как писать заключение диссертационного совета, было несколько проще, и когда совет уже как бы выработал свою методику, и замечаний со стороны ВАК нет, так и в общем-то писали, но сегодня это намного такой документ сложнее, там есть слова, которые якобы надо обязательно использовать, и заключение стало писать намного сложнее, хотя если разобраться в этом заключении, рациональное зерно, конечно, в нем есть. Ну и аспирантура, третий уровень высшего образования, еще один фактор, который
должен способствовать тому, чтобы качество наших диссертационных работ выросло, когда студент начинает заниматься наукой еще с магистерской скамьи, происходит какая-то интеграция образовательных программ. Вот в частности, я читаю курс дважды, сначала магистрантом, потом аспирантом, более расширенный во втором случае. И ответ на вопрос, почему все-таки у нас пока качество диссертации не очень высокое, я называю это второй подход, внутренний по отношению к диссертационному исследованию. Это все-таки разработка и преподавание дисциплины. В данном случае, например, она может быть названа как методология диссертационного исследования, цель которой — научиться искателей выполнять научную работу, получать результаты и готовить диссертацию к защите. 9 проблем диссертанта, на которые я остановлюсь поподробнее. Поиск научного руководителя, как я уже говорил, пришел к одному, но не к тому. Я рассмотрю вопросы, как же все-таки нам получше выбрать руководителя, какие в этом случае могут быть ориентиры, какая научная школа является развитой, она быстрее из вас сделает ученого. Формирование тематики исследований, конечно же, очень серьезный вопрос. Диссертации в год докторский защищается около 3000, кандидатских порядка 20000 рассматривается, если еще магистерский — около 500000. И тем не менее, все темы должны быть разные, у всех должна быть новизна. То есть это очень непростой вопрос по формированию тематики. Установление потенциальной научно-новизной работы. Один из главных вопросов диссертанта, который мы будем рассматривать. Поиск и использование методов обоснования. Очень серьезный вопрос. Часто как-то он всегда на защитах в тени. А каким же образом обоснованы те результаты, которые представляются в диссертации? И часто методы обоснования бывают, ну, как я бы сказал, очень слабо представлены. А получение фактического материала. Их было непросто добывать даже в 90-е годы, когда средства выделялись буквально каждому вузу на научные исследования. Тем более становится сложно их сегодня добывать, потому что наука все равно, в конце концов, особенно серьезная наука, не делается без каких-то соответствующих вложения, инвестиции и так далее. Поговорим и об этом. Структурирование результатов и диссертации. Диссертация. Результаты разные в различных классах отраслей науки. По-различному она и излагается. Оглавление тоже имеет свои нюансы. Это тоже один из наших вопросов. Формирование конструктивных компонентов диссертационной работы. Как я уже вам говорил, что есть некоторые характеристики или компоненты, которые повторяются из одной работы в другой. Вот философ Розов сказал однажды, что посмотрите на авторефераты наших диссертационных работ, они как будто написаны по одной инструкции. Но это он сказал еще до 2011 года. Он сказал, что такой инструкции не существует. На сегодня такие инструкции, уважаемые слушатели, существуют. Тот же самый ГОСТ, о котором я упомянул. Мы его подробно разберем. Далее, развитие умений. Писать, делать презентации, докладывать, отвечать на вопросы, оформлять документацию. Ну, тоже важные вопросы, которые необходимо затронуть, чтобы у нас не было каких-то трудностей при выполнении этих работ. Ну и, конечно же, развивать компетенции будущего научного руководителя, консультанта и преподавателя. Уважаемые товарищи, Юрий Николаевич, вы с нами? Я бы хотел узнать, кто у нас сегодня присутствует по контингенту слушателей. Уважаемые слушатели, пожалуйста, поставьте свои галочки, чтобы нам провести экспресс-опрос. С удовольствием посмотрю, кто же у нас сегодня присутствует. Так, доминируют аспиранты. Но есть и магистранты, докторские пишут.
руководителей членов или члены диссертационного совета. Ну, в общем-то, весь контингент представлен в той или иной степени, Юрий Николаевич, у нас сегодня. Свертывать его? Убирать? Не расслышал. Ну, я понял. Понял, можно убрать. Отлично. Идем дальше. Конечно же, вот тот вопрос, который нам задавал Юрий, уважаемый Юрий Николаевич. Следует, конечно же, учитывать, какова должна быть постановка проблемы, задачи в различных классах отраслей науки. Естественные или объекты природы, технологические или искусственные объекты, те, которые создал человек и сам человек, социальные и гуманитарные. Ну, несколько штрихов. Естествознание предполагает открытие явления. Это биология, химия, физика. Технологические имеют другую окраску по своему развитию. Конечно же, здесь требуется это изобретение, модернизация, введение каких-то инноваций. Техника у нас развивается сегодня очень бурно. Надо сказать, что научных паспортов в этом отношении практически столько же, сколько по естественному классу отраслей науки и по гуманитарному, то есть при том, что паспортов научной специальности около 500. Логические также имеют свою научную рациональность. Здесь основным является доказательство, или логические, будем говорить, какие-то обоснования научного знания. Ну и в социологии, прогноз социального развития. Здесь свои интерпретации, они изучают конфликты в обществе и так далее. Работы эти излагаются несколько пораньше. Исследовательский метод существует, и общие черты его сохраняются везде, но нюансы, естественно, присутствуют. Цели нашего курса, значит, повышение методологической подготовленности диссертантов для выполнения диссработы, развитие умения формулировать базовые конструкты диссертации. Это вот, я считаю, особенностью данного даже курса, где я обращаю именно на это внимание. Если мы сможем в конце нашего курса сформулировать вот эти конструкты, объект, предмет, цель, задачи, направление исследований, сформулируем методологически верно гипотезу диссертационного исследования, методы его исследования, практику, эксперимент, я считаю, что вы сделаете половину работы, поскольку вот эти конструкты составляют основу, я называю их базовых компонентов диссертации, такие как введение к диссертации и общая характеристика работы в автореферате. Напишите их, все остальное создается, ну, буквально за полгода. Я имею в виду кандидатской диссертации, за год можно дописать докторскую. Ну и развитие инновационного стиля мышления, как в любой педагогической задаче, это моя сверхзадача. Более конкретно задачи курса. Мы познакомимся с методологией научного исследования. Я расскажу о регламентах, которые существуют, нормах подготовки, защиты, последних поправках. Мы разберем понятия об основных компонентах изложения работы. Ну, один из основных вопросов, на который я тоже обращаю внимание, все мы говорим новизна, новые, но никто, вообще говоря, обратите внимание на те работы, которые вокруг нас, и те же работы Новикова, Райсберга, Аристера, Волкова. Нигде толком не рассказывается, как же все-таки получить новое научное знание, что это такое, как работать над новизной. Что это такое в естественных науках? Там вообще гипотезы, философы, например, любой учебник дает, ну, максимум 5 гипотез, как появляется новое научное знание. В технологиях это совершенно другой вопрос. Здесь настолько развита вот эта сфера, связанная с методами, с развитием эвристических методов, начиная от Альтшулера и так далее, вот Половинкин есть такой, я расскажу об этих вещах, что в технологиях, вообще говоря, намного серьезнее развита сфера или раздел, посвященный тому, как создавать что-то новое. Ну и следующие вопросы, связанные с тем, как делать научные выводы. Вот у нас есть член диссертационного совета,
он практически на каждом диссертационном совете задает один и тот же вопрос защищающимся. Он говорит: уважаемый товарищ, пожалуйста, сформулируйте мне хоть один научный вывод, ну, который бы действительно был научным выводом. Я еще ни разу не слышал, чтобы диссертант нормально изложил какой-то научный вывод. Поскольку не умеем говорить о том, что такое научное знание и в чем его суть. Обычно это перечисление, как бы перечень выполненных работ, которые диссертант представляет. Но ведь не это есть новое научное знание. Вот у меня на одном из вебинаров я буду рассказывать, что есть презентация нового научного знания, а что есть, собственно, само новое научное знание и как оно должно выглядеть. И дам вам пример. Простой там на законах Кеплера. Ну и как представлять это новое научное знание в диссертационной работе. Так, перехожу к тематике наших вебинаров, но здесь мне бы хотелось увидеть, Юрий Николаевич, давайте сделаем еще снова мини-опрос, который я бы хотел увидеть, где поставлена задача. Назовем его «Моя проблема». Вот какая есть у вас проблема, прочитайте внимательно, над которой вас заставляет вот обращаться, ну, в данном случае даже вот сюда, к нам на наше обучение. Посмотрите. Очень хочу узнать. Ну вот, я уже, кажется, не ошибаюсь, что действительно придумать гипотезу новизны результата – это одна из основных проблем. Замечательно. Будем работать и над общей характеристикой работы в автореферате. Вот обоснование результатов, вы думаете, почему очень маленький процент, даже один человек всего указал, это потому что как-то к ним относятся несерьезно. Отсюда и отношение к этим методам. Выбрать тему. Надеюсь, что мы вам поможем в этом курсе, и тем более подобрать паспорт научной специальности. Не могу найти научного руководителя, но здесь сложнее. Здесь я вам могу только порекомендовать, как же все-таки его выбирать и где его искать. Ну и гипотеза научной новизны. Вот это то, что я хотел, в общем-то, увидеть, и чем действительно серьезно отличается мой курс от всех остальных. Так, спасибо. Юрий Николаевич. Итак, тематика наших вебинаров. Первый вебинар называется «Диссертация. Научно-квалификационная работа». Здесь вебинар такой, что я буду говорить о нормах, о правилах, традициях, критериях оценки. Со своими комментариями. Конечно же, каждый из вас может прочитать это положение. Кстати, где читать, я могу тоже указать. Но в любом случае, особенно начинающим ученым, таким как магистрантам и аспирантам, все-таки надо пояснить по каждому моменту, что есть что. Какие там у нас критерии: совокупность результатов, имеющих внутреннее единство, новизна результатов, отличие, чем отличие от других и так далее, и так далее. Вот это надо все пояснить. Факторы успеха в подготовке и защите. Ну, здесь я бы хотел поговорить вообще о том, как бы желательно организовать педагогическую, в частности, систему подготовки диссертантов. Какая может быть педагогическая технология подготовки диссертантов, содержащая определенную концепцию, значит, принципы, морфологии, ее состав и так далее. Ну, какие могут быть аспекты повышения, о которых мы можем говорить? Это именно... В чем состоит поисковая деятельность в научной работе, как искать что-то новое. Указать на то, что диссертация, вообще говоря, очень похожа с выполнением проекта. Она является проектом. Конечные сроки выполнения, этапы выполнения, когда что делать, как планировать. Ну, да, Юрий Николаевич, говоришь, у вас тут я подсветил руку желтым цветом вопрос Марины Валентиновны и хочу у вас уточнить. Вот нас учили, прежде чем
принимать какое-то решение, надо оценить ситуацию, проанализировать свои возможности и возможности своих то ли противников, то ли партнеров. Я правильно понимаю, что мы сейчас фактически оцениваем ситуацию, в соответствии, каждый ваш пункт – это оценка ситуации, которая в последующем должна превратиться в некое действие, которое мы за 60 минут сразу все просто не успеем физически и интеллектуально выполнить. Вот мне кажется, Марина Валентиновна волнуется за новизну. И второй момент здесь уже был предложен всем участникам вебинара подарок в виде издания автора. Мне кажется, это тоже результат. Ну и сами моменты, которые мы слышим, вот был пример про выводы. Это результат, что соискатели не умеют даже один вывод сформулировать. Это тоже конкретная актуальная информация для оценки ситуации, где мы сегодня находимся. Сергей Григорьевич, что вы думаете, как ответить Марине Валентиновне? Так, сегодня ничего конкретного не будет, это только анонс предстоящих выборов. Ну, в целом-то да, конечно, я как бы пытаюсь раскрыть, а что же у меня будет за этим вопросом. Я обязательно подробно останавливаюсь на каждом вот последующем вебинаре по тем вопросам, которые сегодня есть. Каждый вопрос будет рассмотрен конкретно, даны рекомендации, мы рассмотрим примеры. Вот еще такой нюанс, вот если у вас хватит терпения немножко посмотреть, я расскажу, как мы будем выполнять домашнее задание, допустим, и каким образом мы будем достигать результата в каждом конкретном случае. Ну вот тут волнуется Лизат Таритаевна про подарок, всем ли он будет выдан, ваш подарок? Про подарок я расскажу чуть позже, у нас в конце как раз об этом есть целый слайд. Да, конечно, подарок будет всем, кто начнет учиться. Научный руководитель и консультант, здесь я расскажу о том, о признаках идеального научного руководителя, в каком случае у нас нам нужен консультант, о формах организации обучения аспирантов, как я уже говорил, и о компонентах диссертационной работы. Вот этому год нам у нас посвящен первый вебинар. Второй вебинар. Так, вот здесь. Обратите внимание, значит, на первом вебинаре я даю домашнее задание, которое нам надо выполнить к вебинару номер 2. Написать определение объекта и предмета вашего научного диссертационного исследования, а также наименование своей будущей диссертации. Три простых задания. Дело в том, что сейчас литературы достаточно много. Есть и моя литература в открытом доступе. Я вам уже рассказывал, теоретические положения, допустим, вот на сегодня это основная ваша книга. Те, кто будет учиться на вебинаре, получат еще вторую дидактическую, значит, систему. Чтобы вам быть готовым и чтобы у нас разговор получился предметным, я бы хотел, чтобы у вас лично были сформулированы ваши объекты, предметы исследования, диссертационной работы, а также ее наименование. Я приведу примеры, расскажу, как определяется объект, что это такое, как определяется предмет. И мы с вами узнаем, насколько ваше определение соответствует тем методологическим установкам, которые существуют. У нас получится очень интересный разговор о том, как все-таки вот определять эти ведущие конструктивные характеристики нашей диссертационной работы. Надеюсь, меня понятно. И так будет каждому вебинару. То есть я даю домашнее задание, которое, как бы предваряя результат того, что я говорю на предыдущем занятии. Вот обратите внимание, значит, такое домашнее задание ко второму вебинару.
А темы второго вебинара у нас вот такие, как систематизация научных знаний, номенклатура научных специальностей, паспорт, защита по двум специальностям, кандидатская, докторская. И вот тут мы разбираем, что такое объект, предмет, наименование и так далее. Ну, что я могу сказать по первому вопросу коротко, что вообще говоря, с появлением нового научного знания появились и его различные системы. Еще от Аристотеля, который говорил, что есть теоретические положения, которые существуют ради самих себя, есть практические, руководящие поведением человеком, есть нечто творческое для создания чего-либо прекрасного. Классификацией занимались Гегель, Сен-Симон, тот же Ампер и даже Энгельс, но они практически мало чего, что имеют общего с той номенклатурой, которая на сегодня существует. Там даже, будем говорить, такой систематизации по классам нет, отраслей науки. Но тем не менее, вот какие-то параллели мы будем проводить. Поговорим о защите по двум специальностям. Когда это хорошо и когда не очень. Подробно остановимся на том, что такое кандидатская и докторская диссертация. Ну и дадим определение вот объекта, предмета, наименования, я дам примеры и так далее. Вот второй наш вебинар. И сразу же будет задание к третьему уже, как бы предваряющее задание. Это попытайтесь составить оглавление к своей диссертационной работе, сформулируйте цели задачи, дайте определение основного результата. Не все понимают, что такое основной результат. К сожалению, очень много проблем. Вот я видел и в вашем опросе, что мы не можем выбрать паспорт специальности. Очень часто на заседании диссертационного совета представляется работа по технологической какой-либо специальности, а 70% презентаций или плакатов посвящены каким-то теоретическим положениям, в частности с математическими выводами. В результате у диссертационного совета серьезное затруднение, что же явилось предметом диссертации, какой у него основной результат. Представляете, надо писать о том, что он соответствует специальности, допустим, там машины и агрегаты, а полдиссертации у него математическое моделирование. Вот когда человек неправильно определяет, что у него есть основной результат, у него проблемы и с выбором паспорта, и с представлением работы ее как в диссертации, так и в своем докладе. Отсюда и проблемы с защитой. Но если члены диссертационного совета пограмотнее, да как это правило бывает, что диссертация вроде не очень, но человек докладывал хорошо, давайте проголосуем за. Так правило, как правило, бывает. Вот если мы разберемся с этими вопросами, то защищаться нам будет значительно легче. Так, третий вебинар у нас – это структура диссертации и структура оглавления о типах научной рациональности. Здесь я вам дам шаблоны и макеты конструктора диссертации и научной публикации. Поговорим о том, как формулировать цель, задачи, основной результат и паспорт научной специальности. И предложу вам примеры выполнения шаблона, в частности, оглавлений, введения и общей характеристики работы. То есть, основных результатов, которые у нас будут по завершении нашего курса и на которые я надеюсь. Здесь домашнее задание уже к четвертому вебинару, как сформулируйте гипотезы новизны нашего исследования, кратко опишите, каким образом обосновывается ее достоверность. Вот то, что больше всех интересует наших на сегодня слушателей. Здесь я расскажу, что научного новизна ищется из двух сфер. Я их называю, одна бывает целевая или прогнозируемая, там, где новое научное знание ищется как бы из сферы незнания, и другая нецелевая или неведомое знание. Оно бывает в качестве побочного результата, как говорят философы, или в результате эвристического классифицирования, как это было с таблицей Менделеева, того же, скажем. Как правильно проводить и информационный поиск, чтобы отыскать эту новизну? А что собой представляют новые результаты в различных классах отраслей науки? Здесь я вам приведу классификации методов поиска новизны и классификацию эвристических приемов. Ну и что может быть предъявлено в качестве нового результата?
и поговорим о формулировании нового научного знания. Вот такое. Юрий Николаевич, как вы считаете, поподробнее надо рассказывать по каждому пункту или вот достаточно того, что я говорю? Не слышу вас. Извините. Вот тут возникли вопросы, я их подсветил. Андрей Викторович красным цветом в чате про докторов спрашивает. Может быть, ответите? Коллеги, добрый день. Подскажите, что должна из себя представлять научно-квалификационная работа, которую защищают аспиранты-выпускники на обучающих кафедрах? Все кафедры являются, в принципе, обучающих. Что вы имеете в виду? Выпускающие кафедры, может быть? Наверное, про... В чем разница между и самой диссертацией? Вообще говоря, диссертация определяется именно как научно-квалификационная работа. Это одно и то же. Но есть еще выпускная квалификационная работа, которую пишут на сегодня магистранты. Ну, в общем-то, она существенно не должна отличаться по своему характеру. Так, как быть с плагиатом, если диссертация будет отчасти дублировать текст научно-квалификационной работы и какая итоговая аттестация ждет аспирантов, выпускников, обучающихся по ФГОСам? Если это текст ваш, то о каком плагиате может идти речь? Эта работа написана вами. Выпускной, допустим, выпускной квалификационной работе, а затем вы ее берете практически полностью в свою диссертацию, которая называется уже научно-квалификационная работа. Но там в работе же может быть цитирование, и система антиплагиат будет это сразу видеть, и там речь идет о допустимом уровне заимствований. Да, если есть, то это обычно смотрят, но если, насколько я знаю, процентов 80 является текст оригинальным, то в этом и случае замечаний не бывает. И еще туда не включается приложение. Но это надо смотреть по разным специальностям, в разных советах, это все бывает по-разному. Да, действительно, потому что есть гуманитарные советы, есть технологические и так далее. В некоторых, особенно филологических, там философских, какая итоговая аттестация ждет аспиранта, выпускников, обучающихся по ВГОСам? Аспиранты сегодня готовят вот эту работу и получают документ соответствующего образца, что он окончил диссертацию. Он защищает эту диссертацию выпускную, но она не является у него как бы. Спасибо. Еще вопрос. Могут быть только доктора наук научным руководителем теперь или нет? Андрей Викторович спрашивает. Я еще и член ученого совета, и мы частенько даем разрешение ученым советам руководить. Это право ученого совета, да? Особо. Это Спасибо. Право ученого совета. Татьяна Владимировна спрашивает, часто задают такой вопрос, непонятно кому и кто. Теория, методика, методология. В чем отличие, по вашему мнению, данных понятий? Теория. Оно достаточно существенное. Когда я изучал вопрос, как же можно определить эту методологию, оказывается, только в литературе около 100 определений, что такое методология. Есть определение, допустим, у Новикова, как просто организация деятельности без указания на конкретную деятельность. Чтобы не было каких-то противоречий в своем курсе о методологии, я говорю как учение о методах, и все, и больше под этим ничего не понимаю. То есть, ну, понятно, что методика или метод – это нечто меньшее по объему. Методология – это уже система методов, а теория – это отдельный результат. Теория бывает, это, в общем-то, как таковой, будем говорить, исследовательский метод. У нас, в общем-то, существует определенная классификация. Есть теоретические методы исследования, есть эмпирические методы, есть общелогические методы исследования. Вот теория относится как раз к первой категории или классу, вообще говоря, методу исследования в целом научных объектов. Спасибо. Ксения Надеюсь, Александровна
спрашивает то, о чем вы уже чуть раньше говорили. Если диссертационная работа, предположительно, будет подпадать под две специальности, стоит ли менять специальность? Кафедра теории права, но новизна и результаты исследования относятся к практике. Ну а в чем вы видите здесь противоречие? Теория права. Ну вот может быть не очень удачное наименование. По идее, надо здесь обосновать значение тех практических результатов, которые вы получили для теории. Ну а менять что-то, если ваш объект исследования соответствует паспорту специальности, то, конечно, не стоит. Надо выбирать объект исследования из паспорта научной специальности. Я в курсе покажу, в своем курсе расскажу, как надо обосновывать этот объект, чтобы ни у кого не возникало сомнения, что вы защищаетесь не по своей научной специальности. Слова, которые есть в разделах научной специальности, там у нас шифр, дальше идет формула специальности, а третий идет области исследования, надо использовать непосредственно в своей диссертационной работе, во всех определениях и всюду, чтобы действительно чувствовалось, что вы защищаетесь по своей специальности. Так. Ну и что мы что-то у нас пошли куда-то листать по времени дальше. Уже 16 часов, мы просто информируем, и в слайдах это есть информация. Сергей Григорьевич, сейчас ваше позволение их проверну. Ну, в принципе, можно прочитать. Я, конечно, бы хотел, мог пояснить по каждому вопросу. Но раз, вот давайте мы можем остановиться, допустим, на итоговом задании. А что бы я хотел видеть? Итоговое задание у нас будет вот по вебинарам. Для начинающих, это касается в основном магистрантов, вы можете выполнить самостоятельную работу по формулированию конструкта будущей диссертации с использованием макета. Макет я вам вышлю. Ну, он будет, будем говорить, у нас на рабочем столе. Второй тип, для более подготовленных, самостоятельная работа будет состоять в виде варианта текста общей характеристики работы, автореферата с использованием тоже макета. А какая здесь предполагается работа? Здесь мое участие, я считаю, в помощи вам, прежде всего, в том, чтобы методически верно сформулировать вот эти моменты или конструкты, которые должны быть в общей характеристике работы. Ну и еще один вариант самостоятельной работы, это когда вы по конструктору можете написать, значит, научную публикацию. Конструктор я тоже вам предоставлю. В данном случае будет происходить некоторый обмен неявным знанием. Но я вот почему это использую в данном случае на вебинаре, когда есть у меня аспиранты или магистранты, я задаю им задание, допустим, написать статью по конструктору, они приносят мне заготовку, читаем вместе, я первые два абзаца им редактирую, они превращаются в хороший, удобно читаемый текст. И в конце концов аспирант или магистрант начинает понимать, что же от него требуется. И таким образом он учится писать, я бы сказал даже, ну хорошо. Отсюда и вот, значит, третий тип. Ну, собственно, это касается и второго типа, и первого типа. В данном случае мы будем вместе со мной учиться писать правильно. Так, знания. Что мы дадим на семинаре? Это нормативов и положений, основ методологии, умение формулировать конструкты диссертационной работы, выполнять презентацию, грамотно строить защиту. Ну и главные наши практические результаты. Я хотел бы видеть, чтобы мы смогли формулировки конструктов, объект, предмет, цель, задачи и так далее. Оглавление для своей диссертации, введение к диссертации и общая характеристика работы в автореферате. Как уже я говорил, это основополагающие разделы для вашей диссертационной работы.
Ну, что касается подарков. Вот такой книги пока нигде нет, но те, кто у нас записывается на курс, получат такую книгу в электронном виде. О дидактической системе методологической подготовки диссертантам. Там, я насколько знаю, значит, есть и можно посмотреть оглавление, что там содержится. Но могу сказать, что это достаточно серьезная работа. А кроме этого, прежде всего, магистрантам я рекомендую ту методичку, которую написал в последнее время. Она такая компактная. Вот она выглядит таким образом. Называется «Конструкты выпускной квалификационной работы и написание научной публикации». Это тоже получат наши слушатели. Ну, можете познакомиться, что составит в данном случае портфель диссертанта. Есть у меня вопросник для диссертанта. Есть процедурная модель выполнения исследования. Ну, в данном случае для кандидатской диссертации. Ну, предоставлю вашему вниманию авторские шаблоны, макеты, нормативные положения. Ну, в принципе, нормативы можно скачать и из глобальной сети. Так, ну вот так. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить. Уважаемые коллеги, вот тут уже спрашивают про следующие вебинары. Мы проводим бесплатные вебинары, но мы предлагаем теперь обратить внимание на курс, который проводит наш Сергей Григорьевич как автор. Это работа, это повышение квалификации, это индивидуальная услуга. Пожалуйста, эти ссылки вы видите на экране. Итоговый документ. Удостоверение установленного образца. Оно не всем надо, но оно дополнительно за 800 рублей будет. Это недорогая. Вообще вот эти цены, коллеги, вообще смешные, согласитесь. Повышение квалификации стоит гораздо дороже по программе 72 часа. Дешевле такого нет. Пользуйтесь этим случаем. Правда, это со скидкой до 20 числа. Мы вот эту запись вам пришлем каждому, кто записался на вебинар. Вы получите всю эту информацию, все вот эти ссылки. Вам автор Сергей Григорьевич довел структуру этого курса. Это лекционно-теоретические вебинары с практическими заданиями, где на выходе каждый будет иметь готовность для... Ссылку для записи, вот я показываю на экрану, готовность для решения своей задачи. Это не только аспиранты и магистранты, это и научные руководители, и члены ученых советов. Диссертационных, не ученых. Спасибо. Это сотрудники научных подразделений, это сами научные сотрудники, которые занимаются наукой. Главные, ведущие, старшие научные сотрудники. Вот о чем речь. Нет, оплатить со скидкой полная стоимость сейчас, коллеги, 1800 рублей. Есть оплатить по любой карте, даже через телефон, через терминал, через что еще? Через Яндекс.Деньги, через Киви, через систему МИР лучше всего, если у вас зарплатная карта. Там же имеется ролик, как осуществить оплату, могу даже, так, как быстро. Вот этот ролик, инструкция, вот, как оплатить. Инструкция по оплате, потом можете посмотреть, специально приготовленная. Вот в этой презентации ссылка для записи на курс. После оплаты вы получаете доступ. Там на сайте есть документ повышения квалификации, вам на почту заказным письмом придет в бумажном виде. Так, ссылка в презентации не работает, но она вот голубая, она автоматически
Она видна, если скачать презентацию. Сейчас. 52-й Какой? слайд просит показать. Да, 52-й да. я уже Сергей перевернул. Григорьевич готов еще и лично вам ответить. Вот мой электронный адрес. sg.seletkov@mail.ru. Коллеги, огромное спасибо за ваши вопросы. Если есть еще вопросы, еще есть время их задать. Задавайте. Я бы задал вопрос по расписаниям, когда, в какое время, может ли Сахалин или Якутия заниматься, там другой часовой пояс. Будут ли записи? Записи вебинаров будут обязательно, если вы. Да, это очень интересный вопрос, Юрий Николаевич, о том, когда у нас будут по времени вебинары. Вот если даже просто взять через неделю, это Здесь 22 мы числа, рекомендуем так. по-моему. Лектор, ведущий курса, объявляет свои окна, когда он может, по каким дням. А все голосуют открытым голосованием, и большинство выбирает время для большинства. Так, не оплатить указанные скидки, там полное. Татьяна Владимировна, я понял, сейчас исправлю на 1800. Спасибо за то, что вы спрашиваете. Вот прямо сейчас в вашем присутствии, пока не разошлись, я это сделаю. Это бывает. Мы не хотели ничего особенного. Здесь, ну, технический момент сейчас мы сделаем. Так. Сейчас мы сделаем. Коллеги, еще вопросы? Да. Действительно, большое спасибо. Я сейчас там цену поменяю. И она будет действовать точно вот до этой даты. Так что вы торопитесь. Потом цена будет выше. Могу я предложить, допустим, провести вебинар во вторник, а Ну, не в среду, я где-нибудь в 3 думаю. часа? Поскольку 22 февраля у нас день рождения университета, и вот в это время как раз будет Конечно, торжественное заседание. лектор может. Все, лектор сообщает свои варианты. Вторник, 3 Но часа. сейчас еще рано, вот когда там они запишутся, А, ну речь понятно, про тех, там кто ясно. запишется. И там будет время довести ваши окна, дни и пары, когда вы свободны. Они там выберут, проголосуют, и большинство. А эта система выбора окон, вы мне ее предоставите, да, каким-то А да, образом? у Мы с нас вами есть обговорим этот технология, вопрос. когда лектор, кстати, и индивидуальные консультации тоже лектор, если хочет, он задает. И в это время он дает возможность индивидуально поработать, если нужно вживую. По одному занятию в неделю тут спрашивают. Одно занятие в Одно неделю. лекционное занятие в неделю, а дальше самостоятельная работа в течение недели, вот по той структуре, что есть презентации, коллеги. Там по каждой лекции, по каждой теме есть практические задания. И в конце есть квалификационная часть. То есть это не просто просидел, прослушал, но и получил компетенции. Те, кто не сможет прямо присутствовать на вебинаре, вполне может все это рассмотреть в записи и продолжить Это работу. называется асинхронное занятие вне расписания. Ну ничего, Инна Александровна, это ж хорошо, когда работа есть. Жалко, что в субботу. Но вы можете спокойно, асинхронно принять участие, записать вопрос, получить ответ. По продолжительности занятия я рассчитываю примерно говорить около часа. Так, а я пока меняю. Стоимость, исправляю ошибку по стоимости.
Да, живое общение – это самое ценное, Ольга Владимировна, действительно. Но я скажу, и у Сергея Григорьевича есть замечательное свойство общаться форума так, что невозможно оторваться. Да есть еще действительно форум, поэтому иногда у меня написать получается Да. лучше, чем сказать. Форум – это замечательный способ взаимодействия. Несинхронного. Так, меняю стоимость на 1800. И все. Да, домашняя работа может быть на мой адрес в Может быть, основном. тогда домашний адрес, может быть. Ну, на электронный адрес имеется в виду. Понятно, что диссертация является, да, как бы как таковым интеллектуальной собственностью. Не все можно сказать в открытую, я это прекрасно понимаю, поэтому здесь во многом будет Очень индивидуальная важно, работа. да, действительно. Конечно, можно слать письма. Я показывал его на 52-м слайде. Адрес. Стоимость исправлена, коллеги, 1800, как и заявлено. До 20-го. Вот пишите на этот адрес. Вот Юлия Петровна все-таки просит уточнить про различия, существенные различия гуманитариев и технарей. Другая научная рациональность, значит, последовательность получения результата, другая онтология или содержание результата. Вот и это существенное отличие. Там несколько иные методы получения и обоснования. Я подробно об этом буду говорить. Коллеги, вы все получите рассылку, участники вебинара, включая эту презентацию, кому не удалось. По педагогике, Юлия Петровна, на вашем курсе, Сергей Григорьевич, сможет... Да, конечно. Да, конечно, по педагогике в данном случае я очень хорошо знаком. Вот Юрий Николаевич рассказывал, О, почему. Сергей Григорьевич даже хотел... Педагогик, не то, что хотел, он вполне по своим Вот эта работа написана как докторская по это педагогике. чисто педагогическое. Инна Александровна, перепишите вопрос. Коллеги, ну, я рад, что, оказывается, вы знаете Сергея Григорьевича давно некоторые. Просто здорово. Давно знакомы. Так что давайте продолжим это знакомство. Будет хорошо. Ирина Львовна про философов спрашивает, Сергей Григорьевич. Про социальную работу спрашивает Марина Геннадьевна. А вот это написано как докторская по философии. Так, мы с Ирием, коллеги, здорово нам поможет по педагогике. Отлично. Социальная работа. Ну, я понимаю, что многие из вас это гуманитарии. Остановимся на этом поподробнее. Супер, просто супер. Ну, пока мы говорили, Сергей Григорьевич, уже 4 человека записались на ваш курс. Так что, Отлично. коллеги, торопитесь, таймер тикает, скоро цена вырастет. Экономьте на времени. Чем быстрее заплатите, тем дешевле. Качество от этого не пострадает никак. Только улучшится, в этом уверен. Так, ну что, Сергей Григорьевич, ваше заключительное на сегодня слово. Вот тут у вас уже коллеги появились, преподаватели математики в техническом вузе. Кто это Инна у меня тут? Александровна Окова преподает математику. Сергей Григорьевич, ваши выводы Отлично. и впечатления Да. на прощание. До свидания. А, несмотря на тот срок, который, вообще говоря, был предоставлен для того, чтобы записаться на курс, я вижу, что у нас
Ну, даже за сутки, собственно, в общем-то, набралось более 20 человек. Это говорит о том, что курс востребован. Это, безусловно, меня радует. И я с удовольствием с вами проведу этот вебинар и постараюсь как более глубоко, более, будем говорить, профессионально ответить вам на те вопросы, которые у вас возникают. Большое вам спасибо за присутствие на вебинаре. Ну и до встречи. Всего доброго всем. До свидания. До свидания.